Всех приветствую на канале Перекати-Кольский. Сегодня у нас очередные выходные, воскресенье, ноябрь месяц. Мы решили съездить в сторону поселка Пяйва. В составе сегодня у нас два крузака, 105-ка, 80-ка, УАЗ Патриот, Нива и Илюха на L200. Думаю, маршрут будет очень веселый. Выпал снежок, водички немножко, на улице плюс 2. Там, я думаю, будет где-то 0, минус 1, может, ну, видно будет. Не буду ничего загадывать и утверждать. Поедем, посмотрим, повеселимся. Все у нас на зимней резине, кто-то травит колеса, кто-то решил пока воздержаться от данного мероприятия. Феликс поставил новые 33 колеса. У Славы 80-ка, по-моему, 31-е. Патриот стоковые, у Нивы чуть больше, у Илюхи, по-моему, тоже 31-е. Будем смотреть. Приехали мы на станцию Пяйва. Так сказать, это начало конца. Кто-то решил еще немного подтравиться, кто-то расчехлить лопату, кто-то трос. И будем стартовать. Пока что у нас также 5. Догоняет Нива Шевроле Герман. И будем стартовать. Пошел снег. Снег пошел такой бодрый и качественный. И некоторые даже говорят, что это им напоминает 8 марта. Все так хорошо начиналось. Все так хорошо начиналось. Но самое интересное будет впереди. Прямо? Не в объезд? Прямо, прямо. Да, ну, глянь, тут угол какой в объезд. Ну, что, не знаю, я чувствую, у меня толстая. Оба. Это не лужа, Феликс, поверь мне. Первое более или менее интересное, прикольное препятствие. Здесь лед и, я так скажу, жиденько. Ну, Степану это как бы по барабану вообще. Та-дам! И Юлия! А Герман-то нас найдет вообще? Да, он был здесь. Он этот маршрут, я думаю, не забудет никогда. Итак. Крузила. Меня бросили. Покажи. О, жестко. И все. И пошел, пошел. Итак. Я сейчас тут тону. Где там тонуть, там воздух, это почти колки. Поехали потихонечку. Стартует Юля. Сейчас глянем.
Не-не. Этот ваш якорь, блин! О! Слава, подожди! Не спеши, Слав. Юля дорогу готовит. Назад побольше. Спереди уперлась во что-то. А! Стоп, подожди. А, так она выгребла все спереди перед собой. Не-не, вон, видишь? Первая застреваха. Вперед давай, ее чуть-чуть. Колеса прямее, она в бревно уперлась. Стой! Газуй! Едет Слава. Вот так и едет, да. Подъезжай. Просто натягивай весом. Слава, открой окошко какое-нибудь, на всякий случай. Лучше, да, вот который, где мы стоим. Да, давай, переходим. Угу. Все, отлично. Вот. Давай, давай, Юль, еще. О, все, стой, стой. Все, давай, один мне край. Да все, хватит. Все, поднимай. Это просто слабаки. Во. Давай, давай, готовь, готовь. И назад чуть-чуть. Больше чуть-чуть назад, чтобы у нее морда на кочку наехала. Не, все нормально. Кто же не ожидал, что она застрянет еще раз. Давай назад. Еще, еще. Хорош. И туда немножко руля, окно чуть-чуть закрой. Туда. Во. Давай. Она заскочить не может, да? Она заскочить не может. Бревно? Илюх, вот это бревно, оно. Оно по бревну как раз и проехало, это здорово. Она бы сейчас разрулила бы всю, дальше бы землю рубила, видишь? А так она на бревне. О! Так, я чувствую, обратная дорожка у нас будет веселая. Кто-то психанул, да? Малеха. Дал, ушел. Ой-ой-ой. О! Раз Гера нас здесь догнал, да? Леха, да. Твоя любимая сейчас будет дорога. Вот сейчас вот после УАЗика, я чувствую, будет вообще твоя любимая. Да. Нет, нет. Посмотри через дубань, вот так сильно как-то обтамлено. А вон там... Так, Чуткевич. Заболело уже. Как колесики? Во. Сейчас это идет. На меня. Вот так. И все. Все. А так чувак что, на опыт что ли? Да он круче, чем ваши крузаки. Да. Жоп. Просто трешак. Не, Лев, ты вот здесь порогом висишь на бревне. Просто полностью. Во, да. Леха, подъедь чуть-чуть вперед. Чуть-чуть не хватает. Чуть-чуть не хватает. Вперед подъедь. Ага. Залебедились за Патрик. Все в ожидании чуда. Не-не-не, просто тормоз держи. Стоп. Отсоединяемся. Есть. Невасик выбрался. Так. Вас тут ли? Едь. Провалил. Что случилось? Провалились они немножко. Ух ты!
Ух ты, назад, надо назад. Есть, вперед. Вот так, да, выезжай. Все, колодочки пошли. А глыбока там. Мы покупали мастодонта, все поломали. Я бы на Дастере тут прошел, даже лед не потрескался. Вот его накопали тут. Попали. Не говори. А бедная Нива в конце там страдает. А давай его же посудим поставим. Поехали дальше. Чуть-чуть наскочить не можешь на льдинку с той стороны. Во. А слева смотрите солнце на самом низе. Тебя чуть подстащило, и ты, получается, спереди. Вот тут три льдины больших, ты на них подвисаешь. Вот эти три большие льдины, она на них подвисает. Не, Юль, тебе либо с самого начала надо перезаехать, чтобы сюда попасть, либо цеплять трос. Эх, Юля, Юля. Надо было ходом. Чуть-чуть ходом надо. И блокировку. И назад сказали. Давай, давай. Да, назад еще. Вот так же, как у тебя, там промоина, и она не может перескочить. И смотри, ее не видно. Заметил, сейчас ехать будем, как и на этот год, где есть. Так. Славян. Прямо, прямо, руль, прямо. Ну, может, оно промерзло уже? Нет, не промерзло. Давай, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Не, пока прямо. Огонь. Почти не проломил. Юля. Ага. Угу. И Леха. Ой, зря Лёха. А, нет. А, блин, легкая, держит. А, возле бревен, да, ехать? Вот так. Чё, у тебя колеса вывернулись? Ага. А я за голову схватился и за руль не держался. Лёха, он, я смотрю, уже там под капотом ковыряется. Равняй, равняй руль. Начинаешь проваливаться потихоньку.
Все, потекла вода в хату. По чуть-чуть, назад пока не надо. Руль прямее. На меня. Да, поручень гуна колесом. Пока стой здесь, не вздумай ехать направо. И Юлия, ваш выход. Все. Тихо, тихо, Юля. Все, хорошечно. Тебе лучше там, наверное, Лех. Вот тебе и все. Дал-дал, ушел. Провалилась одна сторона. Все, вторая пошла. Все, дрожит. Пошла Юля. Это было последнее препятствие? Да. Что-то мастер как-то же неуверенно сказал, да? Прямо руль. О-о-о-о! Чуть-чуть назад. Опять вперед. Та сторона не может заскочить. Стоп, стоп, стоп. Вот так. Вода. Теперь это не может на лед заскочить. Скользит. Чуть-чуть больше хода, чуть больше назад. Хода не хватает. Все, все, давай газу. Не, лед мешает. Во, вот так отлично, ровно стоит. Ого! Ого! Вот этот глыбу вытащила. Дождался? Вроде и буксуют колеса. Я посмотрю, какие блокировки работают. Не поверишь, я включил их заранее. А ну буксани передок, я посмотрю, работает. Воу.
Хорошая лужа, бампера прям. Все, до конца дохрустело. О! Не. Все, потекло. Я уже хотел это тут прыгать, стрыбать, кричать ура. Прямее руль, чуть-чуть на меня. На меня. Вот так. Стой, давай отсюда. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Я аж по решетке, блин, лед бил, Слав. Гвоздя кто-то ввалил. Во-во-во-во. Ой, сильно. Ой, сильно. Что вытворяет, а? И вот она, белка. Герыч нас догнал. О, бурагой. Все, отлично, Феликс. Траектория есть, и едь за мной. Юля сегодня жгет, просто жгет. Да и Леха тоже молодец. Я думал, у вас на болоте. Как всегда, на том же. Мы тоже тебя ждали, мы там долго были. Я смотрю, да, и как это проехали. Вернее, как они тут проехали. Ой! Не очень. Последний щелчок какой-то был очень не очень. О, о, едет. Братья наши меньшие. Творит, а? Он сейчас растопит, все фигня. Не, Лёх, чуть хода. Жесть! Просто жесть. Да, я вижу. А здесь вот как раз вот нету. Вот колея идет.
Отлично, только одна сторона провалилась. Ну, Феликс, вот... тебе надо как-то чуть-чуть взять правее. Тебе надо было сюда ехать. Ну, тут глубже намного. Ты упираешься мордой, я прям вижу, у тебя бампер шатается. Руль ровнее. Руль ровнее. Да. Вот, да, вот так объехать пробуй. Не, Феликс, теперь только руль прямо. Что он делает? Это сарайчик. Крыша шатается, да? Ух ты! Феликс, не прыгайся, я к тебе иду. Феликс, стой, к тебе идут люди. Вот, прямо руль, Юль, и вот так едь, тут твердо. Стоп. Феликс, задняя скорость. Медленно опускаем сцепление. Давай, Юль. И Степан на свободе. Стой, Фил. Стой. Смеркалось. Так. А раньше ты не мог так, да? Как он быстро ездит? Да? Быстро. Один разочек камешек. И потом будет все хорошо. Эльдар нормально смотрит, прям на опыте каком-то заметил. Угу. Я его не видел, но чётенько так правильно все равно. Я не напрягаюсь, слышно? Вообще на холостых. Чё я тут? Где я тут застрял? Я не понял. Со светом только слабаки ездят. А, ну, 8 мешка. И Герыч на белке. Даже побуксовал немного. Прямо на меня и едь. Чуть-чуть в эту сторону, ко мне ближе. Да, вот так, прямо. Серьезно все. Лед хрустит. Все, выехал. Следующая едет Юлия. И это реально, ребят, это последнее препятствие.
черта не было. Все, поехали, тут рядышком уже до точки. Фил, Макс зайдет. Не газуй, Слава! Так, чуть-чуть. Как все страшно хрустит. Да, есть такое. Не, он торчал! Феликс, у тебя локера есть? Нету. Герман говорит, там локер валяется чей-то. Где? Вон черный торчит. Ну, надо пойти посмотреть. Прикольно. Не, у меня локеров нет. Говорю, вот они, двое из ларца. Опца, дрица, опца, ца. Ёшкин-кошкин. Что творит? Что творит, а? Так, ребятки, мы наконец-то приехали к реке Ура. Все, это наша запланированная конечная точка. Уже как бы темнеет. Сейчас мы немножечко перекусим. Здесь посредине, я уже забыл. Посредине им, да? Понеслась. Да сейчас посмотрим. Давай, давай. Кто плавает? Подозрение имеется. Кто? Кто плавает? Локер чей-то. Это не наш, мы уже в прошлый раз разговаривали. Это не наш. Это не наш, да? Я лужи разгоню ногами. Так. Не, ну видишь, да, мы разбили весь лед по-легкому все. Ну да, ну все равно слышишь, воды. Ну да. Вода, вода-то осталась. Воды много. Обратно повесело какая. Ага. А, это там, где вот нужно. Да. А может мы здесь пройдем? Поехали. Слышь, поверх. Попробуем. Может попробуем. Ох ты! Слава подсел. Ты на льдине мостом. А тут лед. О, тихо, тихо. Еще назад. А задний бампер был гнутый? Да. Ага. О, наверное, вот. Вот, стой. Много-много руля. Вот так пробуй. Все равно сбрасывает. Отъезжайте. Все, выехали. Двигаемся. Не говори, его не сматывай, ребят. Я тебе сказал, это плохая примета, Лех. У тебя, кстати, что-то это... Бампер подзагнуло вот так. Так я там ткнулся вообще конкретно. Что, едем? Да, только не торопясь. По всем веткам, да. Слышь, ты по всем веткам, говорит, тоже мне дружинник. Если что, стучи. Да, я думаю, ты услышишь. В смысле? Он что, на автомате? Да. Ребята, вы в курсе, что патриот на автомате? Все переваривают, что ли? А почему нет-то? Да первый раз вообще. Ай, иди хубать! Не стрикни! Слева взял. Да нет, ребята. А, здесь это, блядь. Макс, ты же проезжал. Да. Попробуй.
А попробуй сюда. Почти. Ему изначально, если колеса выкрутить, чтобы... Да, ты с той стороны. Попробуй колеса выкрутить туда-назад, а сюда вперед, чтобы ты с колеи выскочил. Вот здесь. Прям вот перед твоим носом. Во, теперь на меня полностью и сюда. Обратно затягивай. Ну, как тебе сказать, на 30 сантиметров дальше, на 20 глубже. О, идет, говно летит! Ядрить твою медь, а? Что творит, а? Вот где? Говори. Сюда. Вот где Герман стоит, тебе краем колеса надо вот на эту горку заехать, вот так проехать. Отходите, попробую. На пониженной прям вот до меня вот так вот выкручивай. Лёх, посмотри с той стороны, чтобы... Да ну нахрен, вообще газа будет давать. Надо об один борт удариться и уйти во второй. Давай. Прямо, прямо, прямо. Потихоньку выкручивай, много. Есть. Ну вы не расходитесь там, сейчас я поеду, тоже мне покажете, куда ехать. Прямо! Выкручивай колеса и ползи потихоньку. Огонь! Прямо руль. Потихоньку крути. Красава, отлично. Чё там? Илюха полный привод включил. Илюха! Ты что ли? И без 0,5, и уже на полном. Какая глубина, Герман, заметил? Нормальная. Протянитесь там дальше. Тут тоже глубоко. Выкручивай. Огонь. Ровно, ровно руль. Ага. Ага, ага. Рано. Давай, Лёха, жги! Лёха пошел по твоему пути, Герыч. Все, стой, Лёха, без вариантов. Ты, по-моему, промахнулся, чувак. Я в твой след не захотел идти. Думаю, рядышком пройду. Говорит, я хочу увидеть, там глубоко. Ух, да. Ты охренел? Ты охренел? Я и вторую половину бампера подну. Что тут с коробкой? Все нормально, да? Да, все хорошо. Слышь, Лех, пружины еще походят. Да. Промахнулся от слова совсем. Прям на корню промахнулся. Что, Леха прилип, что ли? Он промахнулся. Вот там, где сидел Антоха, гейка, он прям в эту лунку нырнул. Погнул вторую часть бампера. А у меня, походу, ручник отъехал. Куда он отъехал? Прочку назад. Не, у меня пока нет. Добро пожаловать в обратный путь. А он решил по моему следу не ехать. Ему правее надо было. О, Фискарс, Фискарс, надо пойти купить лопату. О, что-то скрипит. Не, а лепушка-то лепушка. Ой-ой-ой. Так он, смотри, он засел. Просто... У него диагоналка еще бешеная. Там с той стороны пружину поменять можно. Мы здесь только поехали с Герой. Не, ну зато дорогу хоть делать. Снеговик только погиб. Да? Ну вы... А он-то за что? А он на дороге встал. ПДД не соблюдал. О, бревно. Тяга тебе. Тяга. А я тебе говорил, Леха, не сматывай лебедку. Примета плохая. Так он и не сматывает.
смотал. А если... Смотал! Это называется смотал? Нет. Что-то у него фары тускнеют. Может, у него энергии не хватает. У него 45-й гена стоит. Родной все, да? Да, да. Все. У него даже движок затушило. У него дома съем. Все? Дело набирает обороты. Что теперь делаем? Глуши габариты. Машину заглуши. Так. Разворачиваться в этой местности очень плохо. Че ты? Сейчас он стоит немножко, должен схватить. Давай толкнем. Смешно. Да, он должна. Он же не застрял тут. Не-не-не, братан. Что если его зацепить? Или его не за что цеплять там? Попробуй его чуть потащить, пойдет. Нет, лебедка не надо. Да немного. Не, чуть-чуть прям, да. Во! По чуть-чуть еще, давай. Перецепить веревку и столкача его. Так а что, у меня сейчас так же на лебедке бы цепануть. Ну да, отъехать и все. На первую и погнал. Да тут скорость такая будет, хотя бы на первой. Че там, завелись, Лех? Да, завелся. О, огонь. Все, по чуть-чуть поехали, Илья. Завелись. А, ты же ушел, да? Он лебедкой начал тащить. И у него высадил акум в щи. Ван просильно перекатил. Нормально, камеры видеть не будут. Видишь, я уже знаю точно, что мне надо поменять аккумулятор и генератор. Итак, ребят, маршрут на сегодня окончен. Время 9 вечера, мы выбрались. Небольшие потери, ну, конечно, не без них. Что могу сказать? Веселенький денечек у нас получился. Очень-очень веселенький. Маршрут в этом году, скорее всего, мы последний раз проехали, но не будем зарекаться, может, мы еще решим проехать его зимой. Всем спасибо, кто нас смотрел. Оставайтесь на нашем канале, ставьте лайки, оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Всем счастливо, до новых встреч. С вами был канал Перекати-Кольский.